Продолжаем с неослабевающим интересом следить за тем, что происходит на чемпионате России по фигурному катанию. Пришло время тех спортсменов, которые сейчас входят в пятерку сильнейших по итогам программы «Короткая». Это пара, представляющая Пермский край. Тренерскую группу Павла Слюсаренко, Валентины Тюковой и Егора Закроева. На льду Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Ну как же так? Я схватился за голову и продолжаю за нее держаться. И так здорово делали. Да, поддержка там была практически сорвана, но боролся, сделал, довез, дошел, получил
хоть какой-то за нее уровень, уж не остался без оценки, но здесь падение прямо в концовке с вращения. Очень-очень жаль, очень жаль. Спрашивает Матвей, как она, как чувствует себя Катюша, что не ушиблась ли она, но есть как есть. Но это был самый сильный прокат на сегодня, как мне показалось. Да, вот ты говоришь, готовил речь, я уже тоже хотел практически вскликнуть, что дождались мы чистого проката. Да, с поддержкой возникли сложности, но такое обидно падение в самой концовке, не передать просто. Тиньков, банк, которому доверяет уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тиньков желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Очень хорошее качество исполнения именно парных элементов у этих ребят, да и с координационными все в порядке. Здесь небольшая ошибочка, касание рукой на Сальхове, но прямо перед нами этот элемент исполняли ребята, и мы видели, как Матвей перед этим немножечко... И вот это, конечно, совсем не обязательный. 2 балла теряют ребята на этом, потому что оба упали, и это 2 балла. Споткнулся немножко перед прыжком Матвей, поэтому это повлияло на приземление, конечно, Сальхова. Но ребята только-только вернулись из Китая. Довольно тяжело им выступать. Выиграли они российско-китайские игры. Да, одержали там уверенную очень победу. Ну, довольно сложно, я думаю, за неделю дважды выступать. Тем более, это все-таки взрослый чемпионат России. Ребята, напомню, еще юниоры, совсем молодая пара. Да, самыми юными спортсменами из всех участников чемпионата России являются как раз-таки Чекмарёва и Янченков. Юными, но не робкого десятка. Смотрите, как тепло сейчас им аплодируют зрители. Да потому что катались-то здорово. Классно катались, что говорить-то. Мощно, сильно, амплитудные элементы все. Настоящее парное катание. Екатерина Чекмарёва, Матвей Янченков набирает. И несмотря ни на что, несмотря даже на эти 2 балла штрафов, все-таки 135 баллов они набирают и показывают пока лучший результат, что в произвольной программе, что по сумме 2 дней выступления. Новые лидеры чемпионата России Екатерина Чекмарёва, Матвей Янченков. Технический перерыв для подготовки льда.